Главный врач Приморской краевой клинической больницы Андрей Попов принял участие в выборах президента России вместе с супругой Сюзанной. Много лет учреждение, которым он руководит, считается одним из самых передовых в крае. Там оказывают и высокотехнологичную медицинскую помощь. Во-первых, это гражданское право каждого россиянина прийти на выборы и отдать свой голос, проголосовать за будущее страны. Мы выбираем не только лидера, но и выбираем наше развитие, которое будет развиваться в течение 6 лет.